Дайте соперника, хоть кого-нибудь. Два Роман из двух, Юрьевич Овечкин. скриньте, Приветствуем Романа скриньте. Юрьевича. Очень Иначе важно, будет друзья, поздно. как говорится, Сергей побеждать Жигалка. в этой партии, потому что тут всего пара партий. Так, Роман смешал Юрьевич еще на 6, серии. у меня 6. С3. Поэтому нельзя ни в коем Что-то случае смотри, терять какой-то драгоценные очки. ход немножко вялый. Так, Пойду-ка играю я быстро. F6. Играю быстро. Так, слон F4, либо как тут? Ну, давайте так. Так. Там, если Роман Юрьевич берет, то пешка E6, потом после конь D4 может быть слабая. На время, да? Используем слабое место FE, Роман Юрьевича, то, что любит подумать. Поэтому FE. Ладно, надо пока что к держать пешке время B2 обязательно. прицелюсь. А этот И нехороший играть просто человек быстрее. прицелился к пешке Быстрее, E6. если опять А4 интересный ход. Ну ладно, взял. Так, сюда. Так, давайте так. И вот конь. А, здесь. Сейчас Давайте рокировочку так. сделаю, чувствую. Так. Так, А6, ходить, не ходить. С4 есть интересный ход. Давайте С4 как-то. Так, слон D3. Так, рокировку Важно держать или время, взял, друзья. а Очень потом важно, держим рокировку. время. Так, ну что ж, давайте как-то так. Так, он коня на Е4, а я коня на Ж6. Так, сюда. Давайте так. Ладью на Так, F5. сюда. Не знаю, мне кажется, что у меня не 4. самая плохая позиция. Так, B4 есть интересная возможность прокатить B4 как-то. Бить же нельзя, конь D4. B4. Там B4 пешку Так, на B5, я цб думаю, бить будет не мне могу, выгодно но ведь и он поставить. Тем bc не более, может побить. еще Отступил. лишний вопрос всегда задать, всегда это очень хорошо. Давайте так. Так. Так, ну, у белых, по идее, немного получше должно быть, потому что у меня как-то больше пространства. Так, пешка, правда, висит. Висит пешка. Пешечка висит. Давайте так. Так. А Так, как мне Роман на него Юрьевич, дальше 4 очка. там Лидер, сыграть? кстати, Роман Юрьевич. Ладно, Лидер этого турнира зафиксировал. пока. Так, B6. Да, неплохо. Все правильно делает Роман Юрьевич. Так, давайте так. Коня на Где-то коня, может, на Е4 E4 идет. попробую. Там поле D6 какое-то. Ладья F3, жертва, конечно. Может быть, весьма неприятный. Так, да, сейчас конь E4 явно Ладно, ладья пусть F3 ведет. получу. Поэтому непонятно, насколько мне это хорошо. Давайте ферзь я подведу. Так, ну здесь играем также на время. Временной фактор, конечно, очень важен. Так, ладья e4. Конь e4, ладья f3. На Получу, коне да? E4 хочу бить на F3. Так. Конь e4, ладья f3, gf. gf, и Ферзь что там? E4, елки. Непонятно, да? И Очень ферзя непонятно заносит на все. B8. Да, вот это Так, неприятно ладья на может e4 надо оказаться. поставить, наверное. Так, на слон C7, конь G5. Нет, вроде нету. Так, сюда. Прицелишь Так, ладно, кая сюда пешкой. отошел. Там боев больше или меньше, посчитать так и Ферзь сложно C8, сразу. конь G5, да? Но в любом случае, если линия вскроется, то будет интересная игра у меня. Освобождается как-то. Игра, позиция. Так, конь G5 есть ход. G5, ладно, пока. Пока так. Ферзя на Е2. Переведу. Так, вот этого коня надо Так, перетащить. конь G5. Конь G5. Так, ладно. Так, напал. Что такое? На Так, все напал. напал. Давайте так. Давайте так.
Так, сюда. Ладно, будем стоять и ждать. Где-то буду, друзья, готовить G4 ход. Да, важно время контролировать. Время. Очень важно контролировать время, как я уже говорил. Так, этих важно поменять было бы. Было бы хорошо. Так, H5. Так, сбил. Там конь G5, поэтому так. Ой, ну, блин, Роман Юрьевич сдевает ферзя. Победочка, в вашу честь, да, друзья. Не, ну, побеждаем Романа Юрьевича Овечкина. Сергей меня играет сильнее. Хотя очков имеет меньше. Так. Да, важная победа одержана. Честь наших друзей. Не забываем, друзья, ставить лайки, подписываться на канал. Донат тоже приветствуется. Меньше, меньше. Александр Гельман сыграл ничью. Жалко, что из серии слетел. Да, ну и главное получать быстро соперника. Здесь еще жеребьевка, друзья. Жеребьевка очень-очень важна. Получать... Седьмой номер, похоже, не учет. Да, здесь, конечно, странная очень система. Победа, победочка наша, друзья. Роман Юрьевич все равно очков больше, потому что он успел две партии выиграть быстро. Так, 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 ну дайте нам соперника. 25 минут остается. Ё-моё, вот это, конечно, странно немножко. Система, друзья. Да, эта система ошибочна, надо признать. Потому что мы сидим тут полтурнира, просто ждем. Просто ждем. Ждем, когда, как говорится, Мамедов тоже сидит, ждет. Рауф, ну да, друзья. Да, у меня не надо было по минутке да, делать, там бы быстрее, по крайней мере, партии бы заканчивались. А так какая-то система, ну, совсем несправедливая, да? Сидим, ждем. То есть все зависит так, от чудеса, от чудес жеребьевки, от факта. Я и Сергей ждем. Соперника, да? То есть можно получить Клементия Сычева, можно получить, ну, попроще как-то соперника, очень да? Интересно играет Марина. Ты заработал, да?